Стоимость проезда в автобусах Архангельска может вырасти до 24 рублей. Причина – увеличение расходов на топливо, запчасти, обновление парка автобусов, а также требования автотранспортников повысить зарплату. С этим заявлением они обращались в областное агентство по тарифам и ценам еще в мае, но заявление до сих пор не рассмотрено. На всех реках Архангельской области установился ледостав. По своим прочностным характеристикам лед слабый, полыньи скрыты снегом. В дельте Северной Двины и Архангельский ледостав с толщиной льда от 5 до 20 сантиметров. На городском и Соломбальском рейдах лед частично взломан судами. В районе Новодвинска и ниже отмечается полынья. Сформировавшийся лед требует соблюдения особой осторожности у любителей зимней рыбалки и при организации пеших переправ. Информационному агентству «Двинаинформ» исполнилось 14 лет. Небольшая команда «Двинаинформ» каждый день делает новости о самых значимых событиях региона. В пресс-центре проходят конференции, встречи, круглые столы на различные темы. Редакция ждет интересных сообщений и от своих читателей. Звоните по телефону 20 75 03 или пишите на электронный адрес info@dvinainform.ru. В арктических регионах России сегодня отмечается День моржа. Празднование не случайно назначено на 24 ноября. В последние дни осени моржи покидают арктическое побережье Чукотского моря и отправляются на зимовку в Берингов пролив, становясь на время своего переселения особенно уязвимыми и нуждающимися в защите.